Доброго времени суток. Сегодня продолжаем нашу книжную тематику. Сегодня такие, ну, можно сказать, две книжки. Но на самом деле они не совсем книжки, а просто сборники статей, которые публиковались в журнале, как видите, «Техника молодежи». Вот. Я рассказывал о влиянии этих статей в детстве, как я бегал в библиотеку в школьную, эти свежие выпуски «Техники молодежи». Ну, популярный был журнал в свое время, и не только из-за этого его в библиотеке сразу же затаскивали, если можно так сказать. То есть все брали, читали. Вот. И в нем печатались вот такие статьи. Они прямо вот здесь и собраны. Может слегка отредактировать. Чем отличается? Хорошие иллюстрации цветные, простое изложение. Художник здесь Петровский. Давайте еще от редакции. Вот у нас вот такое оглавление, видите, уже с какими-то иногда английскими, вот дублируется на английском языке главы, названия, хотя книжка вся на русском. Ну, видимо, дань моды. Дань моде. Сейчас посмотрим, когда их собрали в книжечку. Вот, кстати, автора статей Плотников. Сергей Евгеньевич. Тихомирова Елена Владимировна. Шакарев Юрий Владимирович. Вот это известный. И Петровский Михаил Васильевич. Вот он художник. Ну и дальше он главный редактор и так далее. Не пойму только я, в каком году оно написано. А, вот, 92-й. Да, действительно, как дань моде, продублировали на английском. Вот такой вот литературу рекомендуют нам почитать. Вот, тоже вот на английском продублировано. От редакции, наверное, Editor's Note. Записки редактора. Редактора. Ну и в целом книжка, тут, собственно, в двух томах. Это мы посмотрели первый выпуск, точнее не в томах, а серия «Стрелкового оружия», выпуск 1. По-моему, такие же книжки были там и по танкам, еще по чем-то. То есть про ту технику военную, которую освещали статьи в «Технике молодежи». А, в общем, здесь по короткоствольному оружию сборочка, серия, выпуск. Давайте назовем, как оно здесь и названо. А это по длинноствольному. В схожей очень манере сделано. Сейчас я покажем мы. Это уже 93-й год. Автора те же, вроде бы как. Нет, Комаров, Плотников. Ну, Тихомиров, Шакарев, Петровский остались. Тиража я не вижу. Тоже вот рекомендуемая литература. Заказ вижу, тираж не вижу. Ну, дело такое. Может, просто не нашел. Не всегда удается найти. Может, просто не указали. Ну, первую вот эту часть я купил очень давно. Еще там в школе, по-моему, я был. Она, видите, потрепанная. Я ее уже там ремонтировал, подклеивал. Вот тут угол вырвался. То есть такая залистанная, заюзанная в каком-то смысле. Давайте покажу, чтобы было понятно. Наглядная иллюстрация. Ну, скажем так, эта книжка, нельзя ее считать как бы какой-то там, знаете, там вот книжка, там в книжке там данные, сведения. Здесь они, безусловно, есть. Но главное здесь не это. А главное здесь вот та вот известная сентенция: популяризация без вульгаризации. То есть написано довольно-таки популярно, но при этом без излишней вульгаризации. То есть, ну, популяризация в каком-то смысле. То есть научно-популярное издание. Вот там. Но что интересно, вот разрезы. То есть можно понять, я вот в детстве смотрел, как же оно там работает, пытался понять. Потом, конечно, когда вживую там увидел и так далее. Ну и оружие тоже подобрано. В основном такое красивое, знаковое. То есть самое-самое понятно. Объем книжек небольшой. И, соответственно, видите, он продолжает, она у меня уже понемножку разваливаться, давно я ей не пользовался, естественно, вот. А вот пистолеты и пулеметы, ну, это как продолжение
пистолетного патрона, что ли. Наверное, об этом идет речь. Вот такая вот небольшая одна книжечка. И сейчас эту мы тоже пролистаем. Но вот с точки зрения формирования, как бы отношения к оружию, формирования к отношению к изучению его истории, к пониманию, почему там что-то возникло или так далее, в принципе, очень достаточно основные, как бы, суть механизмов, как шла эволюция развития стрелкового оружия, почему так шла, что было неудобно, какие задачи решали. То есть в этом смысле, хоть и начального уровня книжка, но качество именно материала для выбранного уровня достаточно хорошее. И текст, понятно, это еще советские тексты, очень мало опечаток, очень мало ошибок. Вот, опять же, видите, образцы знаковые, то, что у нас встречается, вот, свинцовые пули, у меня там почти все такие есть. Вот она, как происходила эволюция, револьверные, тут даже, вот, лифаши первые, патроны, вот, унитарные боеприпасы уже, без шпильки, уже центрального воспламенения, а вот кольцевого. Да, вот боксера, по-моему, патрон. Ну и так далее, и так далее. Понятно, эта книжка немножко, может, чуть-чуть побольше объема. Ну вот, тем не менее. Интересно, познавательно. Для детей самое то. Как я вот показывал журнал «Наука и техника», продолжатель советских в этом смысле традиций, в том числе и журнала «Техника молодежи». Вот. А это то, на что стоит, в принципе, для таких научно-популярных журналов, на что стоит равняться. То есть, ну, в каком-то, так сказать, и вот смотрите, какие иллюстрации богатые, цветные, красивые. Петровский, конечно, молодец, тут слов нет. Немножко качество, видите, еще там, ну, да, по тем временам-то это одуренное, обалденное качество. Понятно, сейчас уже другие там технологии печати, возможно. Но, тем не менее, смотрите, все чётенько, цвета не размыто, не поплыто. Все ли мыслимое достигнуто? Вот нам такой тоже вопрос философский задают автора. Ну, вот такая знаковая для меня книжечка. Ее продолжение. А эту купил позже, уже на книжном рынке. Вот. Давайте так красивенько положу. Ну, а на этом все про данную книжку. Всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности.